Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Драконы, всадники, Олуха». Так, у нас 10-й день, собираем с тобой 30 рун. Окей. Так, здесь нам не нужно ничего. Так, Беззубик, что ты мне добыл? Опа. А такое яйцо у нас, интересно, было или нет? Вывести. Зато мы можем с тобой одно из них уже открыть. И это у нас... Да-да, ребята, этого дракона у меня еще не было, и вот он появляется. Крылатый ужас. Необычный, поэтому размещаем его с тобой. Ну, давай, здесь есть местечко, почему бы и нет. Пускай будет. Так, кто у нас тут уровень получил? О, новая способность. Так, давай посмотрим наше владение с тобой, пока есть такая возможность. Так, давай-ка заберем рыбку, бревна, да? Все как полагается. Пускай дальше летят, добывают. Так, ты что там сидишь? Давай-давай, быстро на добычу. Древоруб. Красавчик. Кстати, древоруба надо тоже, друзья мои, прокачивать. А лучше всего отправить его на обучение. Пускай летит. 225 тысяч бревен он попросил. Ну, я думаю, что оно того стоит. Так, что у нас дальше с тобой будет? Давай смотреть. Блин, что же это за яйцо такое, а, ребята? Может быть, что-то новенькое у нас появится? В принципе, где этот малыш-то у нас? Его тоже можно немножечко прокачать, да? Пускай летит, обучается. Там всего-то 8 минут. Откроем с тобой пак бесплатный, который нам дается. Давай посмотрим, что нам выпадет. Монетки Одина, это понятно. А вот здесь что? Кревет, костолом, ужасное чудовище и ресурсы. Ладно, предлагаю тогда еще. Да, я хочу отказаться. А здесь посмотрим за рекламку еще один пак. 6 монет Одина. Так, и ресурсы мы с тобой забираем. Чисто ресурсики. Так, здесь у нас что? Обмен. Обмен выполнен. Забираем с тобой блестящий янтарь и следующий ставим на обмен. Дальше. По заданиям. Ежедневный вход. Так, получить еды, получить древесину, ускорение. Так, погоди секунду. Нам надо, знаешь что? Так, секундочку. Во-первых, этого отправить на добычу. Пускай добывает рыбу. Так, а эти же еще у нас прилетели, ну конечно же. Так, Грамгильда. Астрид понимает, что не сможет приручить всех острокрылых змеевиков. Но ей вообще-то и не надо. Приручать острокрылых змеевиков по одному долго. Но оно того стоит. Астрид сможет больше узнать о них. Да и союзники среди драконов не помешает. Кого же приручить первым? Самые юные, пускай будут. И бесплатные. У Сморкалы все руки в слизи. Но ужасные чудовища выделяют из поверхности кожи горячую слизь, что позволяет им целиком самовоспламеняться. Собрать их слизь — целое искусство. И Сморкалы, конечно же, в нем преуспел. Хранение. Так, полетели птички мои. Я не выйду один против Дагура и его приспешников. И я взял себе в помощь Громелей. Мы с Сарделькой и еще десятком Громелей летим к кораблю Дагура. План таков: спасти драконов, находящихся в плену на корабле. И от волны, и от Дагура. Окружение будем делать. Так, ну что же. Задирака наконец-то находит Ципу, которая относится к этому обучению весьма скептически. Ночные жути и так все знают, нам нужен новый вид дракона. Я назову ее Жуткая Ципа. Кудах-тах-тах. Драконий край больше никогда не будет прежним. Так, новый дракон. Все. Кудах-тах-тах. Отлично. Так, мы их отправили на задание. Ну что, поиски у нас с тобой идут. Это все у нас идет, копается. Так, и мы начнем открывать потихоньку с тобой пак боевой. Ну, что тут нам достанется?
Костолом, шипорез, лаварык. Ну что, погнали тогда на арену. Два пака мы с тобой возьмем, да и откроем, да? Ой, твою ж налево, ты видел два красных? И причем там драконы довольно мощные. Возможно, я не потяну, возможно. Посмотри, 10 уровня, да куда уж мне? Вряд ли, конечно, что-то у меня здесь получится. Ой, вряд ли, сейчас будут бомбить. Ну, понятное дело, зеленку, конечно же. Кого еще могут, ребят, бомбить? Конечно же, зеленку. А мы вот так сделаем. Кусает, а? Смотри, что творят. Слушай, я, наверное, пока не буду тратить. Просто бомбанем. Костолом сейчас может применить суператаку. Воу. Давай укусим, что ли, я не знаю. Сейчас что-то, ребята, будет больное и серьезное. Смотри. Этот что-то сейчас сделает. Суперудар. Жестко. Так, опять у них полностью энергия накопилась. Упс. И защиту понизили мне. И немоту повесили. Ты серьезно? Твою же налево. Бедный водорез, а. Сарделька, давай. Защищаемся с тобой как можем. Давайте, давайте, давайте. Бомбите, бомбите своими суперударами меня. И заодно убивайте сами себя. Хе-хе. Вот, ребята, в чем прелесть этого маленького дракончика. Именно в отражении урона. Жалко, что нам пак дали обычный. Ну что, трех драконов мы с тобой победили. Но нам нужно еще семерых. Так что приступаем. Вот, сейчас, кстати, классно. Два фиола плюс один красный, по-моему, да? Ну, начнем, как всегда, с фиолов. Оу, нет, ошибаюсь, ребята. Начнем с кревета. Именно с него нам надо начинать. Фига ты бомбишь. Да, не кисло так ударили по водорезу. Ты посмотри. Сейчас этот пшикнет своей молнией. Все, водорез опять, ребята, фейлится. Не знаю, мы не успеем, наверное, с тобой бомбануть. Так, сейчас кого-то... Сейчас... Блин, водорез должен был ходить. Все, тут, короче, нам хана, друзья. Нам, видимо, тут крышка. Так, сарделька, давай мы с тобой сделаем вот так вот. Пускай не бомбят ее, да? Минус кревет. Вот, атакуйте, атакуйте, пожалуйста. Молодцы, красавцы. Бомбим. Ну что ж ты, блин, давай вон бомби. Мы можем, знаешь, что сделать? Вот так вот. Ну, я думаю, что этого пока нам не надо делать. Да подожди, я же не хотел. Я же не хотел. Добьем, интересно? Молодец, сарделька сегодня не промахивается, и слава богу. А вот этот бесявый. Давай-ка мы сделаем укусик. А, это не укусик, ребят, это у нас добивочный. Все. Но тут сарделька очень хорошо себя проявила. Как ни странно, не промахивалась, все замечательно. Нам еще четверых. Четверых драконов нужно победить. То есть это два боя. Опять, опять, ребята, два красных. Как они меня бесят. Начнешь кого-то других брать против красных, начнут других тебе вставлять. То есть тут никогда не угадаешь. Ну, кревет однозначно. Блин, да этого надо валить. Ой, я даже не знаю, как быть. Ну, естественно, начинают зелень мою атаковать, а. Понятно. Что и... О, сарделька начинает мазать, а. Сарделька начинает промахиваться. Ой, я даже не знаю. Давай, наверное, просто ударим. Вот докопался, а.
Трындец, ребята, уничтожили. Уничтожили просто в наглую. Водорез, ты сможешь? Я даже не знаю, стоит ли. Ну давай попробуем. Твою ж дивизию. Он просто взял, тупо промахнулся. Вот и все, ребята, вот вам и весь сказ до копеечки. Все, тут крышка. Даже атака по минималке идет. Просто промахнулся по... именно по кревету этому. Вот и все, вот и песенки конец. Почему у меня нету этого кревета, а, друзья? Да, до сих пор еще 4 дракона. Ну вот, хотя бы так. Пускай лучше разнобойка, чем вот одинаковые драконы. И опять этот кревет здесь, а? Он во всех командах присутствует, понимаешь? Зашибись. Мы, как всегда, с тобой промахиваемся. Просто берем и промахиваемся. А он попадает. А он всегда будет попадать, да, получается? У него энергии уже офигеть сколько. Трындец просто, а. Просто вымораживает. Давай его, я не знаю, нахлобучивать как-то. Пытаться истребить. Что он там сейчас будет плясать? Все-таки все на сардельку нападают, да? Так, потом ходит водорез и сарделька. А этот ускорение вешает. Молодец. Попал, да ладно. Сардельку, конечно, ребята, ушатают они. Скорее всего. Куда этот будет бомбить? Опять ускорение. Нафиг он это делает, я не понимаю. 30 ускорений, он думает, что это как-то ему поможет. Так, печатаем. Угу. Так, тише, тише, парнишка. Ну, на следующий ход мы с тобой пристеголового уничтожим. Остается злобный змеевик. Ага. Классно ударили. По-моему, ребята, шансов у него нет выжить. Не-а. Нисколечко. Так, подожди-ка, если мы так. Понятно. Пониженная атака, да, у красных по синим? Конечно, пониженная. Но это их не спасает все равно. Все, что и требовалось доказать. Победушка за нами. Остается еще одного дракона уничтожить, и возьмем с тобой первый пак. Вот, обожаю, когда вот идут именно разные драконы. Так лучше как-то выработать какую-то определенную стратегию, чем когда одинаковые, если это еще, не дай боже, красные. Ну что, приступим, наверное, вот с этого. 11 уровень уже пошли, блин. Это плохо. Так, кусаем. Так, сейчас мы с тобой будем ходить. Поехали. Раз, два. Водорез печатай. Неплохо. Так, ждем подвоха от кого-то. Лаварык, ты будешь что делать? Ничего. Убиваем. Нормуль. Так, ускорение. А, нет, удар хвостом. Значит, надо его. Понятно. Как всегда, начинает сарделька у нас фейлить. Ну что, еще один удар. И, в принципе, змеевик отдуплится. Главное дожить. Отлично. Так, лаварык. Если мы его заблочим, и он не сможет применять заклинание, то мы его разберем, поверь мне. Причем довольно быстро. А мы, наверное, запечатаем. Оу, я хотел запечатать, честно говоря, а не просто ударить. Давай, кусай. Что он будет делать? Атакует, да?
Блокируем. И добиваем. Вот и вся песенка, друзья мои. Ну что я тебе скажу? Сейчас мы с тобой заберем пак. Дай мне что-нибудь хорошее и полезное. Престиголов. Громобой. Вострозуб. Громобой-защитник. Барс и вепрь. У нас прапать никого не получится. Барс и вепрь никак. Можно. Ребята, 10-й разряд получает. Надо же, даже 11-й. Слушай, надо его брать. Надо его брать вместо водореза. Потому что водорез у нас с тобой 9-го уровня, а этот 11-го. Так, сарделька, ты можешь улучшиться? Понял, 24-й уровень нужен, да? А ты? Тоже 24-й уровень, а? Ну, а ты? Так, это только 4-й разряд. 5-й. 6-й. Так, подожди, подожди, подожди. Не успел, не успел я там кое-что глянуть. Так, давай заберем награды свои. Листочки. И что у нас там еще? Руны. Кстати, может быть, у нас события какие-то открыты. Так, смотри-ка, есть. Вау. Мое любимое событие, друзья мои. Мое любимое событие. Боец, мне снова нужна ваша помощь. Нужно пополнить запасы ресурсов как для викингов, так и для драконов. Окей. Но сначала все-таки давай добьем с тобой арену. Я не люблю просто прыгать туда-сюда. Так, и кто-то сказал: Рэй, попробуй поиграть за Громорога. Ребят, я бы с удовольствием, но он, понимаешь, 6-го разряда. Громорог, ты видишь, 6-го разряда, ну, его очень быстро будут уничтожать. А так бы, конечно, бы я взял. Вот я думаю, может быть, попробовать крылатым ужасом поиграть. Но он фиолетовый, а у меня уже как бы есть барс и вепрь. Вот незадача-то, а? Вот незадача. Ладно, давай попробуем вот таким вот составом пока сыграть. А там уже будет видно. Посмотрим, как будет себя проявлять здесь барс и вепрь. Все-таки легенда. И сарделька тоже легенда у нас. Ну-ка. Так, зелень, фиол. Блин, уже 12 уровень. Вы серьезно, блин? Так, начнем с кревета. Ать. Знает, кого бомбить, а? Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Да ё-моё, ну, сарделина, а? Вот промахивается и все. Кусаем. Так, что-то сейчас будет больное, да? Ну-ка. Не кисло мы так припечатали ему. Они хотят мне сардельку дожать. Они хотят сардельку мне дожать. А я попробую вот так вот сделать, ребят. Будут они бомбить? Пытаться добивать сардельку или нет? Ага. Не хотят. Ну а ты? Ты смотри, что сделали, а? Сразу переключились. Твою же налево, а? Ты серьезно вот это все сделал? Чем тебе барс и вепрь мой помешал, а? Ну что, блочим тогда? Окей. Промахнулся, и слава богу. Так. Еще разок. Замечательно. Ты посмотри, как мы с тобой здесь разобрались. Давай бомбить. Так, он... А, нет, он не запечатанный. Хотя мы его добьем. Ну вот. Нам тут с тобой крупненько повезло. И это хорошо. Ну что, еще 7 драконов. Немного, но и в то же время немало. Так, соляночка, отлично, обожаю. Синий, красный и фиолы. Ну, тут вот этот, наверное, опаснее всего, да, ребята? Потому что он бомбит своей массовой атакой. Надо его, наверное, истреблять.
О, неплохая атака. Давай добьем, наверное, тогда злобного змеевика. Ой-ой-ой, вот это вжарил. Печатать, нет смысла пока печатать. А, у нас пониженная атака. Я думаю, что так мало отнимаем, да? А у нас, видишь, меч лопнул пополам. Добивай. Прекрасно. Так, следующий кто будет? Наверное, Костолом у нас все-таки. Наверное, все-таки будет Костолом. Блин, с повышенной атакой, конечно, плохо. Оу! Все-таки успел сделать, да, свой удар? Этот плешивый. Все-таки он успел бомбануть. Слушай, наверное, нам надо блочить их. Пока только такое у меня решение. Живи, 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 сарделька. Нет, ее уничтожить, да? Конечно же, конечно, блин. Не имеем права, ребята, давать ему возможность бомбить по нам фаерволы, поэтому печатаем. Ну что, наше время... Нет, давай обычными ударами. Опять печатаем, а может быть даже убиваем. Отлично, прекрасный был бой. Я думал, что мы здесь не вытянем, но, видишь, все получилось. Ну что, еще маленечко, и мы с тобой заберем пак. А потом пойдем... Ох, нифига, ребята, вот тут крышка нам. Три красных. Понимаешь, три красных. Тут нас, конечно, забомбят. Блин, вот это да, вот это мы попали с тобой. Сейчас начнется веселуха. Кусаем. Смотри, что они делают, а? На барса напали. Вот чопики несчастные, а? Они напали мне на барса. Конечно, они его хотят уничтожить. Причем очень быстро. И они это делают. А мы с тобой вот так вот сделаем. Запечатаем их всех. Упс. Вот эта промашка непростительная, ребята. Трындец. Так, сейчас добьют, да? Промахнулся, слава богу. Слушай, добьем этого. А все равно мы ничего здесь. Смотри, сейчас он заблокирует нам. Да, ребята, заблокирует все. Да, и к тому же сардельку подбили. Блин, 12 уровень, ты понимаешь, 12. Мы с тобой 9 уровня, а у них 12. С какого, блин, перепуга мне таких дают противников? Да, это тебе не как в черепашках-ниндзя, да? Выбираешь послабее и пошел. Тут рандом, чистый рандом. Ладно, ничего страшного, ребята. С кем не бывает. У нас с вами тоже неплохая солянка. О, два фиолетовых. Вот это уже будет получше. Здесь шансов у нас с тобой побольше на выигрыш. Так, опять креветка, блин. Креветка несчастная. Будем ее бомбить для начала. Окей. Так. Упс. Сразу минус броня, ребят, сразу же. Что ты там? Блин, фаерболами бомбят. Че так у них... Да иди ты! Не, ребят, ну это трындец. Ну вот скажи, как он мог сделать сейчас два уклонения подряд? Два! Я не знаю, что вообще происходит. Как он это делает? Два уклонения подряд, молодец. Ну чё, давай, наверное, добивать этого шитика, да? Попытаемся добить. Нет, это вообще, ребят, это вообще полный трындец. Они промахиваются уже не просто по одному разу, а уже по два. Вот и все. Ну что, у нас шанс будет с тобой хоть завалить? Будет. Так, а этот у нас тоже может масуху сейчас влепить? Нет, сейчас не сделает ничего. Но он может. Но он вряд ли успеет.
Давай, не промахнись, пожалуйста, громобой. Вот и все. Классно было. Ну что, забираем с тобой последний пак и идем дальше на бои. Ну и чем ты нас порадуешь? Лаварык. Так, парящий прихвостень. Водорез, барс и вепрь. Вот так вот, да? Ладно. Так, ну что, отправим, наверное, да? Нашего беззубика. Пускай он там, я не знаю, поищет. Кого нам еще нужно найти с тобой? Да у нас все практически есть, да? Ну, пускай идет вот этого, вострозуба ищет. Все, полетел. Так, этот уже все у нас бревна насобирал. А этот рыбу насобирал. Обучить. Угу, не могу. Так, это мы за беззубика, да? Сейчас получим с тобой 5 рун. Окей. Ну что, пойдем на события. И вперед. Или здесь... Ладно, поехали. Тут кто против кого? Какие, интересно, у нас эти... драконы. Ну-ка, кто у нас тут? Душитель. Один. Ну, 11 уровня. Прошу заметить. 11 уровня, что-то у него тут здоровья столько. Че это за дела такие, а? Ребят. Смотри. Типа мини какого-то босика. Так шпарить не кисло. А мы ему вообще отнимаем здоровье еле-еле. На тебе. Так, кто против синих? Хорошо. Фиолы. Ну, что-то я не видел, чтобы тут барс и вепрь. А, ну, в принципе, нормально. То есть мы будем драться после... против синих, что ли? Или это разово? Так, последняя волна. Смотрим, кто тут. Фиол. Ну сколько здоровья-то у них, а? Посмотри. Давай усилять атаку. И здесь также сделаем. Иначе мы будем тут до посинения их бомбить. Так, водорез ходит. Кусаем. Хвостом двойную. Так, исцеляет. Нам это не нужно. Слушай, по-моему, все. Кранты водорезу. Мы его здесь сейчас... Твою же налево, а. Сарделька промахивается очень часто. Только вот похвалил и на тебе. Крутить. Ну, ладно, 100 тысяч бревен. Так, поехали. Мы забираем с тобой 50 рун. Спасибо. Лишними не будут. Так, нам до пака, в принципе, тут недолго, да? У нас с тобой еще энергия есть, так что хватит нам. Опять один. Две волны. Это красный. Да посмотри, какие они жесткие-то. Что такое-то, а? Просто непробиваемые, а? Я серьезно тебе говорю, ты посмотри. Я не могу ничего сделать. Ха. Так, промахнулся, да? Давай-ка мы с собой усилим атаку себе. Половину здоровья только отнял сейчас, а? Кусаем. Уклонение. Да чтоб тебя. Блокировать нет смысла, да? Это нам невыгодно. Блочь тут. Просто атаки усиленные делать. И все, вот это вот стратегия победы у нас. Что ты там заклюкал? Добивочный, надеюсь? Да, вторая волна. Кто тут? Злобный змеевик. Опять красный, а?
Ну, конечно же, будет бомбить сардельку, а. Нисколько вот не сомневался. Потому что красные бьют зеленых. И вот из-за этого, ребят, так и получается. Уничтожил, а. Что, все? Добивочный, давай. Нет, не добили. А теперь? Теперь да. Ну что, сейчас с тобой крутим барабан и получаем ресурс, как всегда. Будьте добры. Крутануть. Давай. Ага, спасибо за грушу. Ну что, двигаемся с тобой дальше. Уже, как говорится, близко пак. Но надо выжить еще. Надо выжить и сыграть. И не проиграв еще при этом. А враг, я смотрю, только лишь крепчает. А, вот смотри-ка, 9-й уровень. Вот это вот уже другой разговор. Вот это для меня. Что ты там хрюкаешь? Хе-хей. Мазила. На тебе. Получи. Быстро мы его, да? Ушатали, вот это я понимаю, ребят. Это круто, и это тоже, кстати, слабачок. И этот у нас тоже будет слабачком. Так, тихо, ой. А я и не увидел, что здесь вас двое. Получите, распишитесь. Ну вот. Пошло дело. Так, одного добили. Давай блочить его, чтобы он тут не применял свою супермагию. И дальше просто уничтожаем. Слушай, вот это вот, я понимаю, довольно быстрая победа, и мне понравилось. Сейчас крутанем с тобой колесико. 5 бревна нам, да? 150 тысяч. И дайте пак. Забираем. Спасибо. Блин, хотелось бы вот этот получить, а? Друзья мои, хотелось бы. Ну что, вперед. Сейчас подеремся, а там будет уже следующий бой, типа как боссик, наверное. Кто у нас тут? Хоферфест, да? Именно он тут стоит. Но он ватный, ребята, у него очень мало здоровья. Ох, Барс, хорошо ты сейчас ему влепил. Просто шикарно. Так, он сейчас что-то сделает в ответку. Пыхтит что-то там. Последний. А, тут три волны, ё-моё. Я тут радуюсь, думаю, последняя волна сейчас. Ага, как бы не так. Так, в ответку, да, бомбит? Ладно, а если я заблочу? Сколько мы отнимем с тобой при... Даже не показывает почему-то. Слушай, неплохо. Минус один. Так, этот заблоченный, он ничего не сможет сделать. Мы его дальше будем блочить, чтобы он не применял никакой магии здесь. И добиваем. Следующий противник, кто там? Кревет. Вот кревет начнем в первую очередь с тобой бомбить. А я, ну, здесь переживем как-нибудь. Сейчас кого-то завалит. Нет, еще живем пока. Ну, здесь мы потеряем, скорее всего, громобой с тобой. И это все. Больше никого я терять здесь не намерен. На тебе. По 105 наносит урона. Неплохо, да? А если бы я, например, поставил бы отражение? Ну, он бы себя не очень много бомбил. Ты видишь, у него урон всего минус 71. Это копейки. И добивочный. Да ну! Я в шоке. Вот тебе и добивочный. Все, ребята, мы ушатали нашего противника. Ну и двигаемся дальше. Давай ко мне колесико мое чудесное, расчудесное.
Блин, 50, да? 50 бревен тысяч. Так, ну что, у нас с тобой последний, заключительный бой. Погнали, потому что у нас с тобой заканчивается выносливость. Ее всего здесь 5 дается. То есть 5 боев. 3 волны. Так, начнем с красного. Начнем с краснопузикова, да? Змеевика. Окей. Блин, не нравится мне вот это вот. Нацелились, а, на громобоя. Смотри. Ускорились. Минус? Отлично. Ну и что ты здесь делаешь? Понятно. Можно съесть, конечно. Тихо. Можно съесть грушу и восполнить себе здоровье. О, водорез и скалотряс. Так. Ну давай так попробуем, наверное. Уклонение солидно. Это сейчас будет, наверное. Нет. Вот так вот мы с тобой восстановим здоровье. Добьешь? Добьет. Красавчик. Ну что, скалотряс? Скалотряс есть стряс. Получи. Заблокировали. Хм. А кто ему атаку повысил? Я, что ли? Хорошо. Последняя волна. Йо, Прозотеф, ты помнишь? Вот и я помню. Блин, ну не хотелось бы, конечно, попадать в сон-то. Не трогай мне сардельку, а. Сколько раз буду говорить. У Барса тоже мало здоровья. Надеюсь, выживет. Слушай, неплохо. Так, это слабые удары какие-то, а. 205. 160. Ну что, добьем? Да. Получилось. Ну что, я считаю, неплохо, ребята, сыграли. Вращаем колесо. И 150 тысяч рыбы. Я понял. Так, мы получаем с тобой янтарь. Давай заберем его. Так, и все, ребят, выносливость у нас закончилась, к сожалению. Но зато есть пак. Давай посмотрим. 6 монет Одина. Чудовище, лаварык, громобой. И все. Маловато будет, я тебе скажу. Очень маловато. По новостям что-то у нас. Не надо мне это. Ну, акции-то понятно. Что-то по дешевке, что-то там еще. Так, зал совета. Тут тоже у нас пока ничего нету. Дай-ка заберу тусклый янтарь. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте можно, в принципе, и закончить эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!